На отборочный этап регионального конкурса по хирургии в Рязанский государственный медицинский университет съехались почти два десятка команд из медвузов Центрального федерального округа. Проводятся эти соревнования ежегодно, уже в 24-й раз. Кстати, ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин по своей профессии сосудистый хирург. Потому на нынешней Олимпиаде он вошел в состав конкурсной комиссии, которая будет оценивать выполнение заданий участниками-студентами. Большое мероприятие будущих хирургов, которое очень радует то, что доверено провести нашему университету. В этом году этот отборочный этап. И мы, конечно, возлагаем надежды на нашу команду. Ребята готовы, они готовились, создавали все необходимые им условия. Надеюсь, что выступят хорошо. Задачу они свою знают, она понятна. Но, тем не менее, мы, конечно, хотим, чтобы главные задачи, которые выполнят все студенты, они получат необходимые практические навыки, которые позволят им затем работать хирургами. Олимпиада по хирургии состоит как из теоретических, так и практических заданий. Мы готовились практически с начала этого семестра, то есть 3 месяца упорных тренировок, работ. Естественно, очень надеемся пройти в финал в Москву и достойно представить свой вуз. Считается, что чем раньше студент хирургического направления начнет развивать свои мануальные навыки, тем быстрее он освоится в профессии. Кстати, такие олимпиады проводятся лишь в нашей стране. Учаться в 19-20 лет навыкам гораздо лучше, чем в 25-26, как обычно заканчивает университет молодой человек на Западе. То есть, вы видите, даже здесь мы находимся как бы впереди педагогического опыта. Как и на любом другом соревновании, участие в хирургической олимпиаде для студентов – это возможность показать знания и мастерство, а также заявить о себе. Мы увидим, какие кадры мы получим. Наш медуниверситет готовит просто супер высококвалифицированные кадры. Вот за свое время подготовили 56 тысяч высококвалифицированных выпускников, которые работают в большей своей части в Рязанском здравоохранении, в 80 медицинских организациях. Теперь в течение двух дней участники Рязанского отборочного этапа Олимпиады по хирургии будут соревноваться в 8 номинациях, а победитель отправится на финальный этап в Москву. Это был завершающий материал нашего сегодняшнего выпуска.